новая волна. Врач говорит, ты чуть было не погибла. Не смей, Лиса. Все в твоих руках. Держись, детка. Не сдавайся. Что случилось? Я умерла? Здравствуй, Лиса. Разве ты сама не помнишь, что произошло? Я помню, что не хотела умирать. Не торопись. Когда ты обнаружила, а может, убедила себя в том, что Пабло изменил тебе с Фаби, и что все обернулось против тебя, о чем ты подумала? Я подумала, что должна его отпустить. Что они поймут друг друга гораздо лучше. И чтобы забыть о нем, мне нужно умереть. Решение за тобой. Ты должна выбрать. Либо вернуться на землю, либо отпустить Пабло и навсегда остаться здесь. Пабло, иди приляг. Нет. Перестань. Я могу подежурить вместо тебя. Ступай. Я буду спать на полу. Еще чего не хватало. Отморозишь мочевой пузырь. Да. Иди отдохни. Нет, я останусь здесь. Не настаивай. Вдруг меня не окажется рядом, когда... Нет, даже не думай об этом. Все будет хорошо. Если с ней что-то произойдет, я этого не выдержу. Знаешь, я никогда... И никого так сильно не любил. Даже не думал, что так бывает. Когда и сердце, и душа принадлежит одному человеку. Я не смогу без нее. Не смогу. Я этого не вынесу. Какой же я идиот. Сколько я от тебя бегал, срывался из-за того, что ты убеждала меня снова заняться музыкой. Открой глаза, клянусь, я буду петь только для тебя. Пожалуйста, вернись. Будь моей девушкой. Обещаю, я сделаю все, что ты захочешь, Лиса. Я буду жить только для тебя, любимая. Не бросай меня. Решайся скорей. Если ты идешь со мной, дай мне руку. Лиса, подойди. Ты выбрала самое безопасное. И что? Я удивлен. На тебя это не похоже. Чувак, я устала бороться. Мне надоело бороться против всего на свете. Я хочу попасть в благословенное место. Отведешь меня? Ты хочешь уйти, даже не зная, что те, кто спланировал твою жизнь внизу, ждут от тебя большего? Тебя не интересует... Что ты упускаешь? Эй, Лиса. Лиса, слышишь? Я здесь. Лиса, ты меня слышишь? Подай мне знак. Где ты? Ну? Хочешь лишиться этих крошек? А почему я одна?
Где мой муж? Скорее всего, работает. Их явно не накормишь одним шпинатом. Это Пабло? Их отец Пабло? Этого я не могу тебе сказать. Ты пока сама не решила. Но, как видишь, если ты вернешься, жизнь продолжится. А если останешься... Родители. Пройдет много-много лет, но им будет тебя не хватать. Твоя мама так и не оправится от горя, и твой отец не будет знать, как ее поддержать. Тебе решать, Лиса. 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 Что бы ты ни решила, это исполнится. И все будет хорошо. Я вернусь. Не буду терять время. Я вернусь. Лиса. Что с тобой? Ты уснул? Нам нужно поговорить. Я хотел извиниться за то, что поставил тебя в неудобное положение в больнице. Нет, не все в порядке. Сходи к врачу, Фаби. Сходи к врачу. Я знаю, что ты глухая с рождения, но медицина не стоит на месте. Может, врачи что-то сделают? Хотя бы попытайся, приложи усилия. Чего ты боишься? Мы все чего-то боимся в жизни. Все. У нас уйма проблем. Сложных моментов. Понимаешь, Фаби? Но мы должны бороться, чтобы изменить реальность. Иначе нет смысла что-то делать. Задумайся, сколько ты теряешь из-за того, что смирилась. Неужели тебе никогда не приходилось бороться за то, чего ты страстно желаешь? Более-менее? Почему? Ты никогда не боролась до конца? Жизнь не такая. Не такая. После того, что случилось с Лисой, я понял, что человек очень хрупок. Хрупок. Человек хрупок. Теперь мы все будем делать правильно. Нельзя терять время. Нужно поступать правильно.